В Североморске начинается неделя норвежской моды. Только 5 дней с 22 по 26 мая включительно компания Orsa Group представит на нордической выставке обновленные весенние, демисезонные и зимние коллекции скандинавских брендов, привезенные в Заполярье после закрытия магазинов в Санкт-Петербурге. Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок, но товарный остаток с собой представители брендов не увезли. Он распродается со скидками по всем регионам страны на специализированных выставках. Наша компания распродает товарный остаток с магазинов, которые закрылись. То есть это канадские, норвежские, аляски, скандинавские, финские пуховики, облегченные дубленки. Также большой ассортимент на демисезон – это кожаные куртки, плащи, пальто и облегченные куртки, как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40 до 76 размера включительно. Также про зиму мы не забываем. Представлены канадские, норвежские, аляски, облегченные дубленки, пуховики и шубы. И все по ценам в 2, а то и в 3 раза ниже цен, которые были ранее. Перед вами представлены демисезонные финские ветровки от компании «Джевита». Данные модели являются непромокаемые и непродуваемые. Выдерживают от 0 до плюс 10 градусов. Идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48 до 58. Разная расцветка. Купила куртку. Очень довольная, красивая, теплая. Куртку мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Теплые, красивые, удобные. Вообще просто очень хорошо. Только 5 дней с 22 по 26 мая, включительно с 10 до 20 часов, нордическая верхняя одежда со скидками до 70% представлена в Североморске по адресу Советская, 22, в бывшем магазине «Золотой 585». Ориентир «Воздушные шары».